Привет, вы на канале Эмил Пупель, Тесса Каденс. И сегодня я буду делать цветной скотч. Заранее я подготовила вот такую полоску. Она у меня сантиметр и 4 миллиметра. Это первое, что нам понадобится. Нам понадобится, я беру горячую воду, чтобы скотч быстрее делать. Скотч обязательно. Чем, если у вас горячая вода, чем вы будете доставать ваш скотч? Линейка, если вы еще не вырезали. И я сделала несколько ватных дисков, ну, на всякий случай. Для начала я возьму и обклею свою полоску. Так, она будет скотч. А, не забудьте про ножницы. Так. Да, вышло не очень ровно, делаю без линейки, но я сейчас отправлю. Так. И обрежу лишний скотч, который по краям. Вот такая полоска у меня вышла. Сейчас она скрутится быстро, потому что она у меня уже в горячую воду сразу. Так. Сейчас, если получится показать. Так, это нужно. Вот, не скручивается, но готовится он быстро. Это может не тот скотч. Он не тот, не та бумага немного просто, но пойдет. Так, сейчас я проверю. Так, он уже чуть-чуть, он просвечивает, но все-таки надо еще подержать. Так. А пока он делается, я хочу сделать скотч из кое-чего другого. Я буду делать из тетради. Обычной тетради. Да, не такой сейчас. Так. Ладно, ну тетради у меня не оказалось, но таблицу от сестры я портить не буду. Теперь достаем наш скотч. Его хватило уже времени, так как, конечно, у вас горячая вода была. Так. И сдерем с него с той стороны, где нет скотча. Да, у меня еще не полностью оделся. Почему-то у меня еще плохо сползает. Ну вот, все, он теперь нормальный. Сползает. Так. Так, вот. Ну что-то вот такое вот у меня вышло. Но надо еще подсушить. Так, сейчас проверим. Он клейкий. И у него есть такие прикольные узорчики. Я его приклею в свой личный дневник. На первую страницу. И вот такой вот скотч у меня вышел. Вы были на канале MLP Princess Cards. И с вами была я, Полина. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!